Ребята, мы столкнулись с такой плохой аварией по дороге с Минвода в Пятигорск. Я опоздал на рейс, а самолет не успел. И вот, вот такая вот вещь творится, тут на дороге остановились, посмотреть, что как. Там вот парень лежит, в шоковом состоянии, ждем скорую. Так что вот такие вот плохие новости с Пятигорска, с Минводов. Девятка горит, в общем, не знаем, что, как. Что ты, как ты, братец? Неплохо, у меня все ноги болят. Это ноги болят. Не шевелись, не шевелись. Сейчас скорая приедет, все хорошо будет. Не шевелись. Ты будешь жить, конечно, будешь жить. Не шевелись, не шевелись, по-братски. Не шевелись, сейчас все будет хорошо. Тебя осмотрят, все четко будет. Ты, если до сих пор дышишь, то будешь жить, по-любому. Все там.